В администрации города оценили исполнение кировского бюджета за первое полугодие. В итоге с января по июнь расходы города превысили доходы на 160 миллионов рублей. Именно столько составил полугодовой дефицит. При этом и доходы, и расходы составили чуть больше 40% от годового значения. В администрации города уточняют, большую часть денег город получил в виде налогов, а вот траты связаны прежде всего с исполнением социальных программ. Так, на социокультурную сферу приходится 63% расходов. Большая их часть на образование. В отчете отмечено, что примерно так же обстояли дела и в прошлом году. Расходы бюджета снизились на 1%.